Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено статистике, пустым банкам, псевдопустым банкам, то есть тому, что у меня закончилось по срокам, но я еще не успела добить. И также получается, что будет небольшое расхламление, так как обычно я где-то в начале года получаю то, что заказала или купила в конце прошлого года, и получилось, что многие продукты у меня примерно в это время закончились, вышли по срокам. Вот целая куча у меня вот это все, и это уже пора выбрасывать, потому что тут закончились все сроки. И будут, конечно же, настоящие пустые банки. Начну я со статистики, а потом переключусь на руки и косметику, где у меня будут уже расслабления, пустые банки и псевдопустые банки. Напоминаю, что я подсчитываю, сколько раз я пользуюсь какой палеткой теней и тональным. Предыдущие 2 года я еще считала палеткой для лица, но с этого года решила их не считать, потому что там получается немножко, ну, не так интересно, и к тому же статистика немножко, получается, сбивается однушками. В этой статистике будут пустые банки и расхламления за зиму, но статистика будет затрагивать только январь и февраль. Обычно так я делаю, потому что потом в конце года уже декабрь относится ко всему за год. В январе и феврале я не каждый день красилась, я вам скажу, потому что то одно, то другое. И пропускала я много дней без макияжа, что печалит на самом деле. Ну и поэтому, получается, цифры тоже небольшие. Максимальное количество раз я красилась палеткой 7 раз, и таких палеток 2. Цифра меня на самом деле расстраивает, потому что я-то бесконечно бы ими пользовалась. Это 2 палетки. Одна от бренда Luna Beauty, которая называется Eternal Eclipse. Вот это потрясающая, базовая, глубокая, интереснейшая палетка. На нее есть у меня обзор. И я все же хочу еще какое-нибудь сделать видео, где она у меня будет снова. Надеюсь, я побольше буду что-нибудь снимать. Прекрасная еще одна моя любовь. Это палетка от Huda Beauty Naughty Nude. Тоже потрясающая. И честно говоря, у меня сложилось ощущение, что я ей совсем мало красилась, хотя 7 раз вроде бы как бы ничего по сравнению с тем, что я вообще немного красилась. А остальными палетками я красилась там 1-2, максимум 3 раза. Ну, 7 это вот только 2 вот эти палетки. Такая вот небольшая статистика. Ну и, кстати, и палеток в январе и феврале я купила намного меньше, чем когда-либо. С тональными тут, конечно, уже побольше циферки. Тональный, которым я пользовалась максимально часто в январе и феврале, от бренда NARS. Он называется Natural Radiant Longwear Foundation. И он у меня закончился и по срокам, и по количеству. То есть его больше нет, я его добила. Я им всего пользовалась 95 раз. У него большой срок, 2 года. За 2 года я, конечно, его по-всякому использовала, и чередовала, и вообще, и изучила. И я считаю, что это самый лучший тональный от NARS. А я пробовала их все тональные, кроме последнего, который у них вышел относительно недавно, матовый. Этот тональный у них самый лучший, 95 раз. Я вообще даже думаю, что если вы более экономный человек, чем я, а я не очень экономный в плане использования тонального, то его можно использовать и намного больше, дольше. То есть его хватит, наверное, больше, чем на 100 раз, я думаю. Например, я его вначале использовала совсем понемногу, когда я его распределяла руками. А потом я обнаружила, что если его наносить спонжем, то он дает лучшее покрытие, но спонж его еще съедает, и поэтому нужно побольше выдавливать. И получается, что я его стала быстрее использовать. Но если бы я продолжила в том же духе, я думаю, что, наверное, на раз 150 бы его точно хватило. Вообще отличный, отличный тональный, он мне нравится. Есть у него, конечно, небольшой недостаток, что он чуть-чуть сходит с подбородка, ну как бы сходит, ну как бы заметно становится, что чуть-чуть тут другой цвет, как бы розоватый такой появляется. Но вообще я все равно считаю, что это крутой тональный, один из лучших вообще тональных, который я когда-либо пробовала. И второй тональный, который я использовала тоже очень часто, это тональный от бренда Urban Decay, он называется Stay Naked. Этот у меня в оттенке Deville, этот у меня в оттенке 30 CG, я его в последнее время вообще часто показываю у себя на канале, потому что я его добиваю, у него скоро закончится срок, осталось совсем немного. И я его использовала в январе и феврале 17 раз. Всего, получается, я его использовала около 40 раз. 40 плюс.
Я еще все это дело потом посчитаю, когда он у меня, наверное, уже в весну пойдет в пустые банки весны. Я считаю, что это как-то маловато. У меня такая же была цифра с некоторыми другими тональными. Не очень, да, хотя бы должно раз 60 быть. Но это, конечно, не вот этот вот случай, где 100 раз явно. Здесь, блин, 45 раз, да, или 45-50 даже. Ну, это мало, я считаю. Я думаю, что все это из-за того, что у него не очень плотное покрытие, и я его много использовала. Я его наносила, опять же, спонжем. То есть мне нужно было где-то 3 нажатия, иногда даже 4 нажатия. Спонжи поедают его. Но кистью мне не очень нравится его наносить. Мне нравится больше наносить его спонжем. И вот как бы я ни пыталась его как-то сэкономить, ничего не получается, потому что наносишь, вот сейчас он тоже на мне наносишь, и чувствую, ну, блин, еще хочу нанести, мне мало, как-то где-то что-то просвечивает. Но сам по себе он мне очень нравится, единственное, что да, вот он не экономный. Ну и сейчас я перехожу к пустым банкам и тому, что у меня пойдет на расхламление, там будут уже они и мои руки, меня больше не будет, ну, я только в конце приду еще попрощаться. Итак, у меня здесь настоящие добитые пустые банки, а здесь у меня псевдо или то, что я отнесу к расхламлению. Итак, начну я с пустых банок настоящих. Первый это тональный, который я уже упоминала, вот так вот, он в таком виде вблизи, и закончился и по срокам, и добила я его полностью, и уже тут ничего не выдавливается, и там ничего уже на дне в принципе и нет. Следующая из пустых банок у меня масляная база или просто масло от бренда Mixit. У меня уже второе масло от этого бренда закончилось. Но я скажу, что по большей части я это все-таки использовала не как базу, а для некоторого массажа лица. И просто как маску для лица. Вообще люблю я масло для лица использовать. Но это все же можно использовать как праймер. Праймер тоже хорошая вещь. Еще один очередной праймер от бренда Catrice. HD Active Performance у меня закончился. Не знаю уже, какая по счету у меня эта пипетка заканчивается. Я обычно где-то, наверное, на половине перестаю уже доставать пипеткой и начинаю просто капать себе на руку прям из баночки. Но все равно мне очень нравится эта штучка. Я на самом деле так и не поняла, они ее убрали и заменили, либо то, что сейчас вышло, и у меня было видео на похожую штучку, только в красной упаковке, было ли это просто что-то с лимиткой связано. Практически закончилась база от Lorac. Тут уже почти ничего не выдавливается. Ну и к тому же закончилась по срокам. Я прям хорошенечко так использовала. Это миниатюра базы. Я не в восторге была от базы. Мне кажется, что гораздо получше существуют базы. Я отдельно, конечно, бы точно ее не купила. Просто она была в наборе. Еще, что касается баз. У меня закончилась такая база от Эвелин. Я базу от Эвелин использую полгода. Ну, то есть я разрешаю себе ей пользоваться полгода нормально. Обычно тушами я пользуюсь 3-4 месяца, а базами полгода, потому что я не каждый день. Ну, я считаю, что она закончилась, там уже очень мало чего вылезает, вот если только несколько раз. Но я ее активно использовала, и она прям уже такая легкая, поэтому это у меня относится уже к пустым банкам. Для губ у меня аж 2 средства закончилось по-настоящему. Это масло, миниатюра масла Nars Orgasm. И уже никак ничего оттуда не вытаскивается. И к тому же я считаю, что по срокам тоже оно у меня уже вышло. И я решила даже не убирать ограничитель, потому что как-то там немножко какой-то запах появился. Вот, в принципе, может быть, можно было там как-то это соскрести со дна. Ну, все, закончилось. А вот этот блеск от Fenty, тоже миниатюра, у меня в оттенке Fussy, закончился прям полностью по-настоящему. Я вытащила здесь ограничитель и туда даже залезала ватной палочкой. В общем, все, уже больше ничего не вытаскивается. Мне понравился он, очень понравился. И я даже думаю, может быть, можно повторить. Ну, а теперь уже к псевдо и к расхламлению. Значит, тут у меня тональный от бренда Nars All Day Luminous. Его уже сняли с производства. Он у меня закончился по срокам. Я его использовала где-то чуть больше половины. Не добила я его, потому что он в какой-то момент стал очень сильно темнеть у меня на лице. То есть это мой цвет, оттенок Deville. Я вообще у Nars всегда беру оттенок Deville. Все нормально со всеми остальными тональными.
Но этот через какое-то время начал темнеть, и я уже не смогла его нормально донашивать. Он все-таки совсем слишком темный был на мне, мне не нравилось. Так что, к сожалению, все, вышли сроки, не добила, и больше его уже не купишь. Хотя так он сам по себе мне нравился, но вот почему-то начал темнеть. Псевдо, пустая банка, потому что вышла по срокам база от Bobbi Brown с SPF 50. У нее вообще большой срок, целых 2 года. Тут еще осталось. Я ее купила, потому что я была уверена, что она увлажняющая и с SPF. Но она вообще не увлажняющая. Это скорее просто, знаете, просто SPF. И совершенно никак она не влияет на тональный. Ну да, тональный на ней лучше, например, держится, чем, может быть, на каких-то просто SPF средствах. Не очень мне эта штучка понравилась. Неплохая, но это не база, в общем, в моем представлении. И вот я, конечно, много ее использовала, но не успела за 2 года добить. Еще одна база, тоже псевдопустая, потому что срок маленький, всего лишь 6 месяцев, я не успеваю добивать. Уже вторая у меня такая база от Evelyn, зелененькая. Ну, я не успеваю, потому что зелененькую базу я использую крайне редко, но иногда она нужна, и вот иногда я покупаю. Мне уже второй раз она в какой-то момент понадобилась, я немножко ей пользовалась несколько раз. Вообще считаю, что хорошая. Консилер от LA Girl. Это тоже псевдопустая банка. Тут очень мало, тут просто воздуха полно осталось. Вообще очень хорошая штука. Я хотела повторить. Здесь большой достаточно срок после вскрытия. 18 месяцев. Практически добила. Можно было, кстати, это отправить в настоящие пустые банки. Хочу купить, но надо из-за границы заказывать. Хотя я покупала это в Золотом Яблоке, нет оттенка порселен. Мне очень нравится. Я вообще считаю, что это один из самых лучших консилеров. И я бы его точно повторяла. Еще консилер. Это относится тоже к псевдопустым банкам. Несколько раз я показывала его у себя на канале. Последний раз я поняла, когда его показала, что нет, он мне не подходит. Это Catrice, оттенок 002. Но я не знаю, в качестве чего его использовать. Вообще я его хотела использовать как перекрывающий под тени, но он слишком такой жидкий, получается, что сложно его закрепить. Под глазами он слишком сухой, и все. К сожалению, он мне не подошел. Я не понимаю, что здесь написано, что он против морщин и увлажняет. Это точно не в моем случае. Это первое из того, что я показываю, что у меня еще не вышло по срокам, но я уже просто не могу пользоваться. Что касается Catrice. Вот что, я тоже не могу это добивать, несмотря на то, что еще срок не подошел к концу. Catrice камуфляж, я не знаю, почему так быстро у меня он засох. Все было хорошо, я прям была в восторге первое время, я думала, какая же крутая вещь. И уже где-то через месяц, очень быстро, мне кажется, начал просто засыхать. Я брала, чтобы перекрывать себе веки. К сожалению, не получается, сухая вещь. Такая же участь постигнет вот эту базу от Эльф, которую я сначала прям хвалила, Putty Eye Primer. Первое, единственное, что я попробовала от Эльф, и вот в таком вот виде, как бы засохшем она и была изначально, да, то есть как бы отстает от бортиков, но наносилось все равно ничего так на глаза, кистью вообще хорошо наносилось, хотя сухая штука, она нифига не держит тени. То есть поначалу вроде бы как мне казалось, что она держит, но как только я походила туда-сюда, то есть, я не знаю, несколько часов побыла с ней и активно, то я поняла, что абсолютно не держит тени, к сожалению. Хотя перекрывает неплохо, но я поняла, что нет. База под тени. Это псевдопустая банка, потому что срок закончился. Это база под тени от Рилуи. Очень хорошая, но я ее всю не успела добить, к сожалению. Хотя здесь мало. И маленький срок после вскрытия. Я думаю, что при случае я бы повторила. Вот такие штуки у меня уходят на выброс, потому что они у меня уже очень давно. Это карандаши, тени в карандашах от бренда Make Up For Ever. У меня это сатиновый оттенок S52. И я брала его, чтобы использовать как базу под тени, потому что я начиталась, что люди используют. И вот, смотрите, очень даже неплохой цвет, но он очень сухо ложится и сушит. И, кстати, неплохо держит тени. Но вот эта сухость тяжело, конечно. Я достаточно много использовала, я считаю, но не успела добить. Хотя здесь большой тоже срок после вскрытия. В какой-то момент просто я перестала пользоваться. А вторая я купила чуть попозже, но тоже уже давно. Это оттенок ME54. Я знаю, что сейчас они их перевыпустили, они их периодически перевыпускают. Здесь еще целая куча осталась.
Я это покупала себе в пару к матовой палетке. Просто редко пользуюсь и не успела добить. Хотя, да, пользовалась, но не в таких больших масштабах. Вообще-то я поняла, что подобные средства у меня обычно просто лежат. Я про них забываю, не использую. И, видимо, они мне не особенно подходят. Поэтому надо завязывать, покупать вот такие вот тени в карандашах. К этому же у меня есть офигенная вещь Вайбо, но тоже очень давно, к сожалению. Цвет красивый, очень хорошо держался, тоже для внутреннего уголка покупала, но так и не добила. И по времени, конечно, уже все сроки вышли, поэтому, к сожалению, тоже пора прощаться. Целая куча тушей у меня тоже на выброс. Они все закончились по срокам, все почти. Это просто закончилась тушь по срокам. По-моему, я ее даже 4 месяца использовала, потому что чередовала с другими. Очень неплохая, такая нормальная тушь, достаточно надежная. Но только если использовать ее вместе с вот такой сывороткой или зелененькой, тоже от Эверин. Вот вообще тогда прям идеальная пара. И она, кстати, у меня уже была не первый раз. Вот эта тушь, тоже я ее показывала себе на канале. Да, давно уже, конечно, она тоже по срокам вышла. Она меня разочаровала, потому что это не L'Oréal Telescopic, которую я знала когда-то, да, то есть в серебряной тубе, это не та, которую мы знали когда-то, к сожалению. Но да, я ей пользовалась тоже поверх сыворотки. Тушь в миниатюре от Марка Джейкобса, она какая-то вся заляпанная. Мне она не понравилась. Какими-то ошметочками ложилась, то ложилась, то непонятно что-то было. В общем, совершенно она мне не понравилась. Я ее пыталась по-всякому использовать, но миниатюра туши от Fenty мне понравилась. Вот, наверное, из всех этих, из новых миниатюр, тем более, она мне больше всех понравилась. Самая хорошая. Она удлиняет неплохо, разделяет, такой натуральный дает эффект. Очень неплохая тушь. Это тушь новая от Tarte, и я не могу ей пользоваться, потому что у нее очень как-то странно сделан ограничитель. И когда ее запихиваешь назад, то много туши вылезает, и ты вся измазываешься. Сейчас я очень постаралась, но я не уверена, что все будет хорошо. Поэтому я не могу ей пользоваться нормально. В общем, это очень напрягает. Она называется Surfer Curl. Так, и она у меня совершенно никак не хочет попадать в фокус. Все остальное это уже то, что по срокам вышло. Например, вот такой вот гель для бровей от Deco или Deco. У меня он вышел по срокам, и я не могу превышать даже гель для бровей. У меня начинают чесаться брови. И много разных всяких карандашиков. Вот это отличная подводка от Эвелин. Я думаю, буду еще повторять, хотя она у меня уже это не первая. Я ее периодически покупаю. Эти все карандаши, к сожалению, вышли уже по срокам. Большинство уже... Например, вот этот он почти закончился, выдвигающийся, вот этот от MAC, он у меня уже очень давно. Ну, я в какой-то момент стала чувствовать, что нет, все, у меня уже глаза начинают реагировать, и я сразу их, конечно, убираю. Все, они уже старенькие. И вот нашла настоящую пустую банку, очередной карандаш от Maybelline для бровей. Закончился, уже не помню, когда он закончился. Я его, значит, положила сюда, наверное, где-то еще в декабре. Вот такая статистика, вот такое расслабление получилось. Хотя я не планировала никакого расслабления, но я подумала, что да, все-таки это больше похоже на расслабление, чем просто на пустые банки там или псевдопустые банки. Буду ждать ваши комментарии. Немного нестандартный получился у меня формат для статистики, которую я обычно веду. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Пока.